Итак, ребята, второй день в ломах. В общем, приехали мы в ломы. Второй день. О, Димка здесь. Дима, еще раз. Ну как ночь провел? Отлично, я тебя сразу записываю, как главное это, видеоблогера. Давай, Дим, рассказывай. Да, не слышно, музон орет. Трутовик, говорю, нашел, сейчас огонь добывать буду. Опа, опять. Я, короче, вовремя, да? Вовремя прям. Мы тут пытались, уже полчаса пытаемся. Он сырой, ничего не горит. По идее, если в трутовике трутовик высушить... Не, сырой. Сырой. Пожалуйста. Сырой, да? Ну вот да, это у тебя разгорится, вот этого, без проблем. Готовлю, но пока особо нет результата. А Танюшка там? Смотри, вон эту штуку. Какое? А вон стоит. А это Миха, что ли? Да. О, Миха. Так, Димка, мотик уже переставил. О, Миха. Он вот так идет там или что? Да он там учится. Я ему говорю, я у тебя, ты видел свой байк? Да. На канале. Я говорю, я вот снимаю второй день в ломах, да. Я вот, так... ребята, Миша. Я только приехал. Прицеп. Ты только приехал? Ну, я ждал дождя. А. Когда закончится. У тебя вот, оказывается, какое соединение. Прицеп доделал. Офигеть, ну ты вообще нормально забабахал. Смотрите, ребят, какое соединение. Да, у тебя тоже в тему нормально. У тебя там этот генератор, да, который так запускается, да? Да? Это вот эта ручка, да? Да. Офигеть. Вот это, ребят, вообще. Ну, сейчас я приду, и мы снимем более такой подробный обзорчик. Вообще, с амортизатором, от скутера тоже, вилка, даже траверса. Да. А видно то, что работает, вот ход. Мягонько, да. Ну ты продуман. Вообще нормально. Ты продуман. Кастомайзер профессиональный, о. Вот, короче, второй день в ломах. Димка переночевала, мы вчера уехали. Ну что, идемте дальше. Снимем, Мик, сниму обзорчик про твою телегу. Ну, попробуй. Смотрите, ребят, тележка, прицеп. Вот. Сейчас уже с фонариком. Смотрите, как устроено. Очень интересно. На сайлентблоках, да, Мих? А? На сайлентблоке? Нет, от подшипники от натяжного ролика восьмерочный. А, подшипник восьмерочный от натяжного. Ну. Короче, ролик ГРМ. Справа крепление. Ну вот эта штука вообще прикольная, конечно. Генератор. Представляете, там генератор бензиновый на 1 киловатт. Ну вот. Подвесочка вот так устроена. Ну это вообще лютый. Это, блин, это вообще. Смотрите, здесь все проварено. Вилочка не течет, все огонь. Вообще вот с двух сторон идет крепление.
Вот так вот все организовано. Миха, а у тебя что за цепь? Цепь какая у тебя? Цепь. От чего цепь? Привод. 420-я? Цепочка 420-я. Ну, короче, наверное, на советских модиках она, по-моему. Да, цепь от советского модика. Вот. Но звезда, по-моему, нет. Звезда от чего-то другого. Смотрите, воздуховоды, все как полагается, сеточки. Все культурно. Вообще классный аппарат. Вот так вот, ребята. Как-то так. Вот свет вообще мощный. Смотрите, здесь две туманки по бокам, еще две. И где-то еще я видел. А, еще вот снизу. Вот. Вот так вот, хотя бы на 5 секунд посмотреть. Смотрите, запуск генератора. А что, красный горит? А, все, да, все работает. Оглушитель выхлоп у тебя куда идет? А, вот, вот это выхлоп. Нормальная штука, да. Вентилятор я видел, да, у тебя. Вообще уникальная, конечно, техника, да. Уникальная техника, конечно, вообще. 3 секунды, здорово. Да, и тихо работает, блин. Хондовский мотор стоит. На киловатт, ты говоришь? Да, инверторный. Инвертор на киловатт, вообще нормально. 4-тактный мотор, хондовский. Сейчас, короче, заценим свет. Это просто обычный ходовой огонь у меня. Это вот, а, вот же еще два. Это, да, я их просто не заметил. Это ближний, короче, ходовой. Дальний вот еще. Вообще норм. Да. Диоды нормально, все-таки нормальная тема, да? Ну-ка. Ну, самые мощные вот эти вот, как я понял, основные. Да, да, да. Ну, это я просто по дороге. И ходовой огонь у тебя тоже хороший, да, довольно-таки. Ну, поворотник светодиоды. А, ты поворотники сделал, да? Продублировал сзади. Поворотнички. Вот сзади. Смотри, я всю ночь крутил. А у тебя тогда... У тебя тогда же их не было. Делал. Ты все сделал, смотрите. Сзади вообще эксклюзивно. Вообще, да, тут такие диоды. Нормально. Да, тут и не скажешь, блин, даже не видно, блин. Стопарь. Вообще огонь. Вот это да. Стоящий аппарат, стоящий. А стоящий не в плане даже, скажем так, денег, а вот в плане вообще... как он реализован, это, чтобы до такого додуматься, это нужно быть вообще уникальным человеком, конечно, чтобы до вот такого до всего. Просто... Вот, ребят, обогреватель для палатки, смотрите. По-простому, вот так вот. Тен? А чего Тен? Тен? Да хер его знает, что в гараже валялся. Кулер, да? Ты? Кулер, да, поставил. Вот преобразователь с 54 вольта. Ну-ка, ну-ка, что за преобразователь? Ну, у меня 54 вольт батарея. Ну-ну-ну-ну. И чтобы вентилятор... Он регулируется как-нибудь, нет? А зачем? Нет. Нет, не регулируется? Нет. Он автоматически температуру поддерживает просто. А, и то есть он сам отрубается, поднабрал, вырубился? Да, да, да. То есть эта штука не перегреется? Нет, вообще никак. Проверял 100 раз. Вот, в палаточке тепло у Михи. Ну да, они тихо работают и надежные сами по себе. Ну, этот генератор уже лет 10. Да. Я его тут перебирал, там, блин, вообще в идеальном состоянии. Вот костерочек, ребят, все это положено.